Ну что, друг мой, ты пробился? Мелисса, которая проводит Эдис Челлендж, места себе найти не может. Хочет, чтобы ты участвовал. Будь на связи, она тебе звякнет. Привет, я Мелисса. Трэвис про тебя говорил.
Чё, как подходишь? Короче, будет 15 заездов. Узнаем, кто лучший гонщик Вентуры. А потом финал с участием самого Эдди. Ну, как тебе? Установи наше приложение, чтобы отслеживать заезды. Ссылку отправлю. Не теряйся. Снова Мелисса. В приложении все расписано. Где, когда и что. Результаты прошедших заездов и подробности следующих будут там. Победил, прошел. Нет, вылетел. Все просто. Про первый заезд я уже написала. Глянь приложение. Thank you.
Привет. Это снова Мелисса. В приложении все расписано. Где, когда и что. Результаты прошедших заездов и подробности следующих будут там. Победил, прошел. Нет, вылетел. Все просто. Эдис Челлендж начался. Сам Эдди тоже приехал. Добро пожаловать, Эдди. Спасибо. Ну, как тебе первый заезд? Первые гонщики? Долго не протянут. Даже так? Все слабаки? Ага. Все бездари. Что ж, это был Эдди. Говорит мало, но по делу. А теперь всем удачи. Thank you.
финале пока еще есть места. Попробуйте себя еще разок заездить. Эдис Челлендж начался. Сам Эдди тоже приехал. Добро пожаловать, Эдди. Спасибо. Ну, как тебе первый заезд? Первые гонщики? Долго не протянут. Даже так? Все слабаки? Ага. Все бездари. Что ж, это был Эдди. Говорит мало, но по делу. А теперь... Mm-hmm.
Тест первый. Эдис Челлендж начался. Сам Эдди тоже приехал. Добро пожаловать, Эдди. Спасибо. Ну, как тебе первый заезд? Первые гонщики? Долго не протянут. Даже так? Все слабаки? Ага. Все бездари. Что ж, это был Эдди. Говорит мало, но по делу. А теперь... Это снова Мелисса. Первые неудачники отсеялись. Едем дальше. Про следующий заезд я написала. Так что не забудь проверить приложение. Mm-hmm.
заезд второй. Давайте на старт и вперед. Я удивлена, потому что, скажу прямо, меня не так-то просто удивить. Но ты еще не вылетел, и думаю, это уже о чем-то говорит. Новый заезд ждет, все в приложении. Thank you.
Отлично. Тебе понравится. Давай-ка расскажу, что к чему. В дрэг-рейсинге важны подготовка и реакция. Давай на старт и прожги резину, чтобы у нее была идеальная температура для максимального сцепления с дорогой. Только не перестарайся. Отлично. Тебе понравится. Давай-ка расскажу, что к чему. В дрэг-рейсинге важны подготовка и реакция. Давай на старт и прожги резину, чтобы у нее была идеальная температура для максимального сцепления с дорогой. Только не перестарайся. Стартовать в тот момент, когда загорается зеленый. Каждая доля секунды на счету. Ну все, теперь гони к финишу. Это был твой первый дрэг-заезд. Ха, похоже, ты приноровился.
где, когда и кто, можно в приложении.